материал. Так. Значит, следующие критерии у нас изоляционные материалы. Раньше оценка изоляционных материалов проводилась отдельно, им довольно-таки большое значение давалось. Сейчас они в отдельные критерии не включены, могут только рассматриваться в рамках оценки жизненного цикла, критерием от 0,3. То есть баллы за них сейчас не даются. Следующий критерий, материалы пятый. Проектирование для обеспечения долговечности и стойкости. Цель этого критерия – поощрять защиту элементов здания и благоустройства, минимизируя при этом частоту замены, оптимизируя материалы и сокращая отходы. Всего можно получить 1 балл по этому критерию. Значит, тут есть два вида требований. Первый вид требований относится к защите конструкций и увеличению их долговечности, а также решениям по предотвращению повреждений. Это относится как к внутренним элементам здания, так и к внешним элементам здания и элементам благоустройства. Что тут должно учитываться? Во-первых, воздействие от интенсивного пешеходного потока, воздействие от внутренних перемещений транспорта, тележек и людей. И, в-третьих, защита от потенциального столкновения транспорта. Значит, во второй части, которая относится к защите материалов от постепенной потери своих свойств, то есть от истирания, от ржавчины и так далее, от любых других потерь свойств. Какие мероприятия могут быть? Во-первых, это защитка всяких, установка защитных колесоотбойников. Иногда делают напольные покрытия из более твердых материалов. Материалы в отделке самой используются более устойчивые, износоустойчивые. От чего тут можно защищать? Во-первых, это защита от факторов окружающей среды. Это солнечная радиация, температура, влажность, ветер, экстремальные погодные условия. А во-вторых, защита от биологических факторов, например, тех же насекомых. Кроме того, необходимо защищать конструкции зданий от загрязняющих химических веществ, которые относятся и к почве, и к воздуху. Значит, следующий критерий – эффективность материалов. Цель его – поощрять меры по оптимизации эффективности материалов с целью минимизации отходов без ущерба для стабильности конструкции, долговечности или срока службы здания. Ну, то есть основная цель тут минимизировать отходы. Баллов можно получить один по этому критерию. Планирование эффективного использования материалов должно начинаться еще на стадии проектирования, когда проектировщики разрабатывают расположение тех же там мебельных элементов для того, чтобы сократить возможные отходы при нарезке. И, значит, реализация подтверждения всей документации проходит на всем этапе жизненного цикла объекта. Значит, тут никаких специалистов с особой экспертизой вовлекать не нужно, все выполняется теми участниками проекта, которые имеют отношение к разработке материалов на разных этапах, то есть при подготовке технического задания, при разработке концепции, при разработке проектной документации, потом уже технической спецификации для подрядчика, ну и потом и финальный этап – это внедрение всех этих решений на этап строительства. Значит, следующий раздел – отходы. Он состоит из 7 критериев, общая сумма баллов около 10 по этому разделу. Значит, первый критерий – управление строительными отходами.
По нему можно получить до 3 баллов, относится он ко всем типам зданий, и цель его – повысить эффективность использования ресурсов за счет эффективного рационального управления строительными отходами и сократить вывоз отходов на свалки. Значит, первое требование – это является разработка плана управления строительными отходами. За него можно получить 1 балл. Второе требование – это сокращение потока образования строительного мусора. То есть цель этого подпункта – именно уменьшить объем выбрасываемого мусора, а не организовать потоки его переработки. Третий балл можно получить за сокращение объема отходов, именно направляемых на полигон для захоронения. Ну и улучшенный балл за особое исполнение можно получить, если больший объем отходов не отправляется на полигон, то есть более 95%. В Бриаме есть такой инструмент, как Smart Waste Plan, в котором можно планировать организацию отходов. Там уже заложены базовые виды отходов, которые можно отправлять на переработку. Разработана такая табличная форма для удобного отслеживания и контроля за работой, за организацией отходов и их процедурами отправки на переработку или складирование куда-либо. Значит, для реализации этого требования необходим человек, который будет отвечать за планирование и контроль организации отходов. На самом деле, на наших строительных площадках этому вопросу отходов уделяется очень мало внимания. Большинство подрядчиков ленится немножко проработать вопросы, заключить договора на переработку отходов и вторичное использование для того, чтобы уже на всем этапе строительства как бы облегчить себе жизнь и минимизировать эффект на экологию. Потому что затраты на переработку отходов, они не всегда большие. Подрядчики несут большие затраты, связанные с складированием отходов на полигон, потому что каждый грузовик за то, что он будет отвезен на полигон, нужно оплатить. А на самом деле многие компании, которые принимают отходы, они и сами еще доплачивают за организацию этих отходов. Поэтому вот такое разумное планирование в данном критерии, наверное, является самой важной задачей. Так, значит, как тут получать баллы? Баллы зависят от того, какой у нас проект. То есть это строительство с нуля или строительство, относящееся к, ну, не строительство, а или это снос объекта. Потому что при сносе объекта очень большой объем отходов выделяется. Соответственно, баллы, чтобы получить балл, нужно намного больший объем отправить на вторичную переработку или утилизацию. Значит, тут видно, что еще в зависимости от наличия каких-то национальных требований по утилизации отходов существуют, как раз присваиваются эти баллы. То есть, если у нас, допустим, требований по объему отходов нету со стороны государства, то мы можем получить 1 балл за то, что мы более 75% отправим на переработку. Если у нас, допустим, есть требования государственные к объему утилизируемых, отправляемых на переработку отходов, то нам нужно улучшить его показатель на 35%. Значит, следующий критерий – это заполнители повторного использования. Цель этого критерия – поощрять применение повторно используемых и переработанных материалов, тем самым снижая спрос на первичное сырье и оптимизируя эффективность использования сырья в строительстве.
Тут можно получить один базовый балл и один балл за увеличенный объем повторно используемых заполнителей. То есть, значит, количество повторных заполнителей должно составлять не менее 25% от всех используемых заполнителей. Тут тоже нужно учитывать законодательные требования. То есть, если мы сможем доказать, что в процессе строительства мы не можем добавлять в бетон там, любой там, непроверенный материал, который идет у нас как бы отходом, является вторичным потенциальным материалом, возможно, как бы прийти к варианту каких-то более гибких требований по этому критерию. Есть еще требования к вторичным заполнителям, которые относятся к расстоянию. То есть такие вторичные заполнители не должны быть привезены с какого-то места, которое дальше, чем 30 километров от нашей стройки. Это могут быть или отходы, там, например, бетонные бои, которые у нас образуются во время строительства, или те материалы, которые мы получили от, в радиусе не дальше 30 километров. Следующий критерий – это эксплуатационные отходы. Он делится на две части – на эксплуатационные отходы по нежилым объектам и жилым учреждениям, и эксплуатационные отходы по жилым объектам. В БРИАМе вообще вот буква А – это означает вот около названия критерия как раз не жилые здания, а буква Б показывает как раз специфику проекта, относящихся к жилью. Цель этого критерия – поощрять предоставление выделенного помещения и оборудования для хранения отходов, которые образуются в результате эксплуатации здания с целью их последующей вторичной переработки, тем самым сокращая отходы, удаляемые на полигон для сохранения или сжигания. Чтобы получить один балл, нам необходимо предусмотреть помещение и оборудование для обеспечения раздельного сбора и хранения отходов, которые образуются в результате операционной деятельности здания. В чем тут специфика? Значит, есть требования к площади помещения, которое должно быть предусмотрено для хранения отходов. Площадь помещения может быть обоснована прям оценщиком, ну, соответственно, с привлечением экспертов по технологии отходообразования. Также, если у нас есть стабильное образование определенных эксплуатационных отходов, то есть, например, у нас образуется много картона, то мы должны предоставить компактор или пресс для того, чтобы компрессовать определенные эти виды отходов. Кроме того, необходимо, чтобы у нас был предусмотрен кран для воды внутри помещения, где проводится внутри помещения для хранения инвентаря уборочного, или где у нас хранятся отходы для компостирования. Значит, для жилых помещений есть дополнительное требование, которое относится к объему емкостей, куда будут отходы складироваться, и для контейнеров, которые должны быть индивидуально предоставлены для жилых единиц. В любом из случаев должны быть доступ к этим контейнером с хранением отходов. Значит, еще у жилых помещений должен быть информационный листок, который рассказывает о том, куда отходы отбрасывать, выбрасывать, как часто они вывозятся. И если какая-то еще другая информация там необходима быть, это тоже должно быть указано в информационном листке. Так, значит, для жилых объектов
которые именно сертифицируются по схеме жилья. Есть тоже свои требования. В данном случае они, ну, они были перечислены частично на том слайде. Значит, тут есть еще хранение, есть требования к организации места хранения баков с отходами. Это должна быть твердая поверхность, и должно быть, оно должно быть доступно для всех жителей многоквартирного дома или жилой единицы. Так, следующий критерий – это предполагаемые варианты отделки. Он относится только к административным зданиям и многоквартирным жилым домам. Цель этого критерия – это поощрять выбранную арендатором спецификацию и материал конечной отделки и предотвращать образование дополнительных отходов материалов. То есть смысл в том, что при определении какой-то стандартной отделки помещений, если у нас другие арендаторы будут также использовать эту отделку, то у нас при налаженном процессе будет образовываться значительно меньшее количество отходов, и процедуры все будут упрощенные и налаженные для реализации именно такой отделки. Тут можно получить 1 балл. Значит, есть специфика для многоквартирных домов и жилых зданий. То есть там есть возможность выбора 3 видов чистовой отделки: пола, кухонь и ванной комнаты. И в данном критерии предусматриваются вообще виды отделки, которые должны быть представлены в качестве примера. То есть это пол, отделка стен и отделка потолков. Следующий критерий – это адаптация к изменению климата. Он относится ко всем зданиям. Его цель – поощрять меры по снижению, по смягчению последствий экстремальных погодных условий, связанных с изменением климата в течение всего срока службы эксплуатации здания. В данном случае необходимо провести стратегию адаптации к изменению климата для устойчивости здания. И это делается специалистом. Он должен предусмотреть возможные конструктивные решения, предложить возможные конструктивные решения, разрешения по отделке, которые могут смягчать потенциальное воздействие от экстремальных погодных условий. И тут обязательно, чтобы при выполнении, если мы хотим получить балл по этому критерию, нам нужно, чтобы у нас были выполнены критерии других разделов, которые также относятся к разумным конструкциям здания и адаптации конструкции под определенные требования, там, по функциональности, по пассивному дизайну и так далее. Значит, что тут еще должен сделать специалист? Помимо разработки стратегии адаптации к изменению климата, он должен проводить оценку риска в течение всего жизненного цикла объекта. Должен определить, какие опасности могут быть, каковы риски возникновения этих опасностей и предложить как раз все варианты по управлению этими рисками. Значит, 6-й критерий раздела «Отходы» – это функциональная адаптивность. Цель этого критерия – поощрять меры, которые учитывают будущие функциональные изменения в использовании здания на протяжении его срока службы. То есть, чтобы получить балл по этому критерию, необходимо провести оценку адаптации к изменению климата и конструкции на этапе разработки концепции для того, чтобы
любые предложения можно было бы внедрить уже при разработке проектных решений. Значит, исследования по функциональной адаптации проводятся специалистом, и этот же специалист разрабатывает рекомендации, которые включает в предложение по облегчению будущей адаптации объекта. Что может быть, какие решения могут здесь быть? Во-первых, использование каких-либо передвижных перегородок, когда, например, большое помещение, в котором там проходят какие-то презентации, можно разделить там на две переговорных или на два-три и более помещений такого индивидуального рабочего порядка. При этом необходимо, чтобы учитывались различные элементы зданий, как ограждающие конструкции, так и материалы отделки, так и расположение любых компонентов внутри здания. Следующий раздел – это землепользование и экология. В этом разделе 5 критериев, которые в сумме дают 10 баллов. Значит, первый критерий относится к выбору участка застройки. Его цель – поощрять использование застроенных ранее территорий или загрязненных земель и избегать использования зеленых зон, которые ранее не были разработаны. По этому критерию можно получить до 3 баллов. Значит, первые 2 балла можно получить, если у нас проект находится на используемой ранее земле, то есть, может быть, на нем или раньше стояло какое-то здание, или был какой-то инфраструктурный объект, то есть специалист с соответствующей с квалификацией должен провести анализ предыдущего использования этого участка и подтвердить, что он уже ранее был застроен с учетом процента, который на участке раньше используется. То есть если участок был, если только 10% участка было раньше, попало в застраиваемую территорию, то мы не сможем получить балл по этому критерию. Второй балл тут предполагает использование загрязненных земель и их последующая очистка. Значит, детальные требования. Значит, если у нас участок находится на территории, где уже была застройка, объем этой застройки должен быть не менее 70%, 75%, если мы целью ставим получение 1 балла, и 95%, если мы планируем получить 2 балла. Значит, по части, относящейся к загрязненности, значит, мы или обязаны привлечь специалиста, который эколог, работает с загрязненными землями, или можем провести самостоятельно оценку нашего загрязненности нашего объекта в соответствии с перечнем А7. Но в перечне А7 есть такие вопросы, на которые на самом деле без участия специалиста ответить будет сложно. Поэтому в этом критерии необходимо привлечение эколога. Значит, чтобы этот балл был присвоен, уже на этапе строительства заказчик или генеральный подрядчик обязаны провести восстановление участка в соответствии с подготовленной стратегией и планом реализации этой стратегии. Специалист в данном случае называется специалист по загрязненным землям, и он должен подтвердить, что очистка земли проведена. Значит, следующий критерий – это экологическая ценность участка и защита экологических объектов. Цель этого критерия – поощрение застройки земельных участков, которые
уже имеют ограниченную экономическую ценность для дикой природы, и защита существующих экологических объектов, если они существуют на нашем участке. В этом критерии, опять-таки, необходимо привлекать квалифицированного специалиста-эколога, который должен в первую очередь провести оценку нашей земли и сказать, является ли она землей с низкой экологической ценностью или высокой экологической ценностью. И если на нашем участке есть объекты высокой экологической ценности, необходимо, чтобы он подготовил мероприятие, как эти объекты защищать. Значит, защита объектов может относиться к мероприятиям по защите объектов могут относиться такие мероприятия, как ограждение деревьев, которые произрастают уже на нашем объекте, или если у нас остаются чистые участки, которые в последующем, которые не планируются подвергать воздействию во время строительных работ, они должны быть огорожены соответственным забором. По результатам строительства нам нужно будет при подготовке отчета оценщика приложить фотографии, где будет видно, что эти мероприятия были реализованы. Значит, следующие критерии, которые относятся к минимизации воздействия на существующую экологию участка застройки, опять-таки в системе New Construction 2016 не применяется. Четвертый критерий – это улучшение экологической ценности участка, по которому можно получить до 3 баллов, имеет целью поощрять действия, которые проводятся в процессе застройки и направлены на повышение экологической ценности участка. Значит, опять необходимо привлечение специалиста-эколога, который составит отчет и предложит свои рекомендации. А получение балла зависит от того, на сколько процентов эти рекомендации эколога будут выполнены. Значит, для того, чтобы получить один балл, необходимо, чтобы 50% рекомендаций эколога были реализованы. Чтобы получить более одного балла, нужно помимо подготовки отчета достигнуть выполнения 75 или 95% рекомендаций эколога по улучшению экологии на участке. Так, следующий критерий – это долгосрочное воздействие на биоразнообразие. Опять-таки необходимо привлечение эколога для данного критерия. То есть мы можем увидеть, насколько важно вовлечение эколога, потому что уже вот 4 критерия в сумме баллов, по которым получается около 8, до 8 баллов можно получить, и за них на 90% получение этих баллов зависит от участия эколога. Да? Потом нужно будет эти мероприятия реализовать, но основная работа выполняется экологом в данном случае. Значит, в данном случае цель критерия – это минимизировать воздействие на существующее биоразнообразие на участке и увеличить это биоразнообразие. Для того, чтобы это провести, эколог составляет план управления ландшафтом, который впоследствии реализуется. При этом очень важно, чтобы эколог был назначен до начала работ на участке, чтобы у него был опыт проведения работ в стране нахождения проекта. План по управлению ландшафтом составляется на срок 5 лет,
И он должен быть передан уже непосредственно собственнику здания или эксплуатирующей компании, которые будут следить за тем, чтобы этот план был реализован. Значит, что еще важно в данном случае, чтобы во время реализации строительных работ было проведено обучение сотрудников генподрядчика, назначен лидер по биоразнообразию, который бы именно на стройке отвечал за внедрение всех мероприятий эколога. И подрядчик должен готовить отчетные документы. Значит, для того, чтобы еще этот критерий был принят, так как тут речь идет о периоде эксплуатации объекта, необходимо будет загрузить информацию, какое-то подтверждающее письмо, которое показывает, что обязательства по управлению биоразнообразием будет выполнены на этапе эксплуатации здания. Следующий раздел – это загрязнение окружающей среды. Здесь у нас это последний раздел, ну, кроме инноваций. Здесь у нас 5 критерий, в сумме, которые дают около 12-13 баллов. 6, 8, 13 баллов. Значит, какие тут критерии есть? Первый критерий – это воздействие хладагентов. Он относится ко всем зданиям, и цель – снизить уровень выбросов парниковых газов, которые возникают вследствие утечки хладагентов, применяемых для отопления и охлаждения здания. Значит, во-первых, мы можем получить 4 балла, если у нас здание не используется хладагенты в принципе. Далее, если у нас хладагенты в здании используются, то все системы с электрическими компрессорами должны соответствовать требованиям ЕН-378. Значит, далее, чтобы получить 3 балла, нам нужно провести оценку хладагентов и даже не оценку, 3 балла даются, если мы просто показываем, что мы используем хладагенты, у которых потенциал разрушения озонного слоя равен нулю. А уже если мы хотим получить, ой, это мы 1 балл получаем, если показываем, что у нас потенциал разрушения равен нулю. А если мы хотим получить 2 балла, то там нам именно нужно проводить расчет, который включает в себя оценку и разрушение озонового слоя, и влияние на глобальное потепление хладагентов. То есть, если мы хотим получить 2 балла, у нас общий эффект жизненного цикла хладагентов должен составлять в эквиваленте выбросов СО2 менее 1000, ой, менее 100. А если мы хотим получить еще 1 балл просто, то мы должны показать, что у нас этот эффект менее 1000. Еще можно получить 1 балл по этому критерию, если мы установим устройство обнаружения утечки хладагентов. А вот есть слайд с примером расчета воздействия хладагента. Значит, мы тут вносим показатель нашей системы охлаждения. Вот этот слайд сделан на основе калькулятора БРИАМ, потому что по этому критерию необходимо загружать калькулятор, в который вносится вся информация о нашей системе охлаждения, количество оборудования, жизненный срок эксплуатации, мощность, заправка хладагентом, потом воздействие каждого хладагента на глобальное потепление и процент потенциальной утечки. Если у нас такие данные, как процент потенциальной утечки, например, неизвестны по нашему оборудованию, то БРИАМ предлагает базовые параметры, базовые значения, которые
определяется в зависимости от мощности охлаждающего оборудования. В данном случае мы, например, провели расчет. Первые две строчки показывают введенные данные в калькулятор. И в результате мы видим, что у нас общий эффект, вот эта третья табличка от нашего хладагента, он составляет 500. То есть получить 2 балла, которые возможны при эффекте 100, мы не можем, но зато мы можем получить 1 балл, так как у нас общий эффект составляет менее 1000 в перевозе на углеродные единицы. При этом такого расчета недостаточно. Не то, что недостаточно, для того, чтобы еще получить все необходимое количество баллов по этому критерию, мы должны будем установить и систему обнаружения утечки хладагентов. Следующий критерий у нас относится к выбросам оксида азота. Цель этого критерия – внести вклад в сокращение уровня выбросов оксида азота за счет использования в здании источника тепла с низким уровнем выбросов. Всего можно получить здесь до 2 баллов. Оценивается все оборудование, которое имеет в результате своего функционирования выбросы азота, соответственно, оборудование, которое связано с горением. Тут также проводится расчет, нам необходимо запрашивать у производителей все показания нашего оборудования по выбросам оксида азота и, соответственно, смотреть, какие у нас выбросы. Детализация требований. Для этого расчета опять-таки есть калькулятор для расчета. Рассчитываются выбросы на период года. Во внимание учитывается система отопления, охлаждения и горячее водоснабжение. Следующий критерий – это сток поверхностных вод. Цель этого критерия – предотвратить, сократить или отложить объем сброса осадков в общественные канализационные системы и водотока, тем самым сведя к минимуму риск локальных паводков на участке и за его пределами, или и загрязнению водотока и нанесению других видов экологического ущерба к воде и не только. Критерий разбит на 3 части. Предполагает вовлечение специалиста по риске наводнений. То есть в первую очередь нам нужно понять, в какой зоне находится наш участок, устойчив ли он к наводнениям. А уже после этого проводить расчеты по определению объема ливневых стоков, который нам нужно будет организовать или как-то направить в нужное русло, то есть или помочь инфильтрировать им землю, или обеспечить временное хранение для постепенного проникновения или использования в целях технологических каких-то нуждах. Что у нас делает специалист? В первую очередь он определяет, в каком месте находится участок, то есть является ли это зона затоплений или с большой, или с низкой вероятностью паводков. Также он должен определить уровень средней годовой вероятности паводков и, соответственно, разработать мероприятия по минимизации вреда от таких паводков.
Значит, если у нас специалист выявляет, что здание находится в месте с высоким риском паводков, то необходимо учесть при проектировании здания расположение здания относительно уровня затопления. То есть здание должно быть... Нулевой уровень здания должен находиться не менее 60 сантиметров от расчетного уровня затопления. Значит, окончательный проект здания должен учитывать рекомендации специалиста по рискам наводнения. Чтобы получить последний балл, необходимо просчитать объем этих паводков и разработать мероприятие о их минимизации, которые относятся к устойчивым системам дренажа. То есть просто, грубо говоря, вырыть просто квадратный кубический бассейн в данном случае является недостаточным. Необходимо предусмотреть меры, которые являются такими природными мероприятиями. Сейчас посмотрю картинки. Вот есть несколько визуализаций, как это выглядит. Например, можно организовать дождевой сад, где идет посадка растений, потребляющих большое количество воды. Например, может быть, это небольшое углубление, такое небольшая заболачиваемая местность. И при большом падении осадков вода скапливается в этом дождевом саду и постепенно проникает в грунт. Еще могут быть мероприятия, разработанные специалистом по оценке риска, связанные с тем, чтобы сократить площадь водонепроницаемых поверхностей. То есть, например, в зоне парковки можно использовать георешетки, покрытие с повышенным уровнем проницаемости можно использовать и в пешеходных зонах, там, зонах проезда велосипедов. Так. Значит, вся документация загружается опять-таки в качестве приложений к отчету оценщику. И так как у нас, если у нас речь о каком-то длительном периоде, если у нас при оценке консультант выявил, что в течение определенного времени предполагается там изменение условий и изменение объемов осадков, например, то необходимо подтвердить, что через там какое-то количество лет будет проведена переоценка участка и будет проверено, насколько эти изменения имеют место. Значит, следующий критерий – это снижение светового загрязнения в ночное время. Он относится к нежилым зданиям и жилым учреждениям. Получить здесь можно 1 балл. Цель этого критерия – принять необходимые меры для того, чтобы наружное освещение было организовано в соответствующих зонах, а направленное вверх освещение было сведено к минимуму и сокращалось нецелесообразное использование светом и потребление энергии, связанное с освещением наружных территорий. Значит, как реализуются эти... Как выполняются требования этого критерия? В первую очередь необходимо предусмотреть автоматическое отключение освещения в вечернее время. То есть с 11 вечера до 7 утра все освещение
кроме необходимого для безопасности, должно автоматически отключаться или по таймерам, или по освещенности. И, значит, должна контролироваться максимальная яркость рекламных щитов, потому что они в большей части, они как раз продолжают светиться, в том числе и после 11 часов вечера. Значит, какие тут требования к рекламным щитам? Требования по максимальной яркости и в зависимости, эта яркость лимитируется в зависимости от зоны расположения участка. То есть проект может располагаться в нескольких зонах. Вот в таблице 61 указано, что это от естественной зоны, то есть где меньше всего каких-либо построек, это является такая естественная территория или национально охраняемые парки, до городской территории, где высокая плотность застройки и яркость и освещенность территории именно нашего объекта оказывает минимальное воздействие на общий уровень освещенности в данной территории. Вот. И таблица 60 показывает как раз рекомендации по максимальной яркости в зависимости от территории. Видно, что в зависимости от зоны, зона 1 и зона 4 отличаются в 10 раз. Значит, при этом, при всем освещении, если у нас все время для освещения, связанного с безопасностью, делаются исключения, в данном случае освещение эвакуационное и система безопасности должно соответствовать вот этим стандарту МКО 15-2003 и 126-1997. Ну, если есть обновление данного стандарта, то, соответственно, необходимо, нужно использовать обновление. Значит, пятый критерий раздела загрязнения – это снижение шумового загрязнения. А по нему можно получить 1 балл. Относится этот критерий к нежилым объектам, жилым учреждениям и многоквартирным домам. Цель этого критерия – снизить вероятность шума от установок внутри здания, которые оказывают влияние на чувствительные зоны. То есть, например, около нашего объекта очень близко расположена там больница или детский сад, школа. Тогда специалист акустик проводит оценку территории вокруг объекта и, соответственно, разрабатывает мероприятия, которые учитывают и шум оборудования и на участках, и также воздействие шума от оборудования на пользователей здания. Дальше расписаны требования, то есть анализ проводится для всех объектов, расположенных в радиусе 800 метров от нашего участка. Значит, при этом по результатам, по факту завершения строительства необходимо провести оценку шума, опять-таки, специалистам-акустикам. Так, дальше представлена подтверждающая документация. Если у нас какие-то из мероприятий, рекомендованные инженером-акустиком, не реализованы на этапе проектирования, то если мы делаем сертификацию объекта по
стадии проектирования отдельно, то заказчик подтверждает, что каким-либо письмом, что все мероприятия будут реализованы на этапе строительства. Последний раздел – это раздел инновации, цель которого – поддерживать инновации через признание современных подходов к экологической устойчивости, которые не учтены в конкретных критериях BREEAM-сертификации. К инновационным критериям относятся критерии, которые вот в некоторых критериях были указаны как вот это особого использования, где, допустим, или за улучшенное использование дается 1 балл, или за внедрение дополнительных мероприятий, там за реализацию 2 опций вместо 1 дается дополнительный балл. То есть это критерии, которые собираются вот так по другим разделам стандарта, их может быть не больше 2. При этом еще могут быть в данном случае критерии 1, который является полностью инновационным, который не относится ни к каким существующим критериям BREEAM, а который является предложением собственника здания, там, проектной команды, и эффект этого критерия доказан командой проекта при условии того, что он соответствует в принципе целям устойчивого развития, сокращению энергопотребления, повышению уровня экологизации и, в общем, любой цели сертификации BREEAM. Ну все, в принципе, так, да, был последний критерий. Запись можно закончить. Так, Лиз. Так, запись закончена? Нет. Лиза. Лиза, надеюсь, не спит. Ну ладно, тогда мы или меня не слышно? Надеюсь, меня слышно было все это время. Лиз, у тебя просто запись до сих пор идет, да? Да. Останавливаю.